О событиях в городе и области к этому часу готовы рассказать мои коллеги, корреспонденты ОРТ и я, Наталья Мороз. В эфире «Новости дня». Здравствуйте. И вначале коротко главные темы этого выпуска. Кровь не имеет национальности, различается только по группам и резус-факторам. Национальный день донора в Оренбуржье. Продукты, лекарства, вода. Из нашего региона продолжают отправлять гуманитарную помощь жителям Украины. Леса в регионе будут массово обрабатывать от вредителей. Из федерального бюджета выделены средства. Важные вопросы для юристов всех поколений обсуждают за круглым столом. Российской прокуратуре 300 лет. Сезон клещей начался, и оренбуржцы массово жалуются на появление насекомых. Будут ли обработки? 7 медалей из 8 возможных. Юные оренбуржцы на домашнем первенстве Приволжского федерального округа по настольному теннису. Сегодня в России отмечается Национальный день донора крови. В Оренбурге на станцию переливания пришли представители различных народов, чтобы отдать частичку себя во благо других. Также отметили тех, кто на протяжении многих лет безвозмездно помогает людям. Тему продолжит Алена Круглова. Надо друг другу помогать. «Сдай кровь, спаси жизнь» – таков девиз Национального дня донора крови. Сегодня здесь присутствуют люди более 10 национальностей. Делится, что каждый из них пришел сюда с благородной целью. Мне несложно помочь людям. Я человек такой по себе отзывчивый и всегда иду навстречу всем, кому что-то надо помощь оказывать. Чтобы моя кровь послужила на благо другим людям, которые нуждаются в ней. Первый раз – не страшно. Думаю, что, наверное, еще раз приду. Вроде все хорошо. Национальный день донора отмечается ежегодно 20 апреля. Этот праздник приурочили к историческому событию. Впервые успешную операцию по переливанию крови в 1832 году провел акушер Андрей Вольф. С этого момента во всем мире люди отдают частичку себя во благо другим. Само слово «донор», оно же от латинского слова, которое переводится на русский язык «дарить». И сегодня вы точно подарите кому-то здоровье, кому-то жизнь. И я хочу, чтобы это теплое чувство, это теплое слово «дарить», русское слово «дарить» вас очень согревало. Людмила Ехибаева донор уже 13 лет. За эти годы литры ее крови и плазмы спасли не одну жизнь. Женщина рассказывает, что в такие моменты не задумываешься, какой национальности будет пациент. Главное – помочь. Это и есть единство народов России. Считаю, что быть донором – это вообще гордо звучит, престижно. И я считаю, что спасая жизнь, то есть отдавая частичку себя, то есть кровь, мы спасаем чью-то жизнь. Я уже не могла жить без этого. То есть меня тянуло на станцию. То есть 2 месяца проходила, я чувствовала, что мне нужно сюда прийти, даже без звонков. В связи с тем, что праздник сегодня национальный, оренбургские врачи рассказывают, бывает ли опасно смешение крови людей из разных стран. Последствия будут только тогда, когда будет перелита иногруппная кровь. Необходимо переливать группу к группу. Каждому донору, независимо от его национальности и вероисповедания, определяется групповая резус-принадлежность. И после того, как она присвоена будет компоненту крови, соответственно, она будет выдаваться непосредственно тому пациенту, которую соответствует та или иная группа крови, резус-фактор. Оренбургская станция переливания крови помогает людям почти 60 лет. Ежегодно тысячи оренбуржцев безвозмездно отдают свою кровь для помощи другим людям. В 2020 году в Оренбурге открыли первый в России памятник «Спасибо, донор». Монумент на долгие годы сохранит память о тех, кто бескорыстно спасает жизни и здоровье людей. Алена Круглова, Игорь Бероев, «Новости дня». Более 200 тонн гуманитарного груза на сегодня отправлено в Донецкую и Луганскую народные республики и несколько областей Украины из Оренбуржья. Кроме того, сейчас в регионе оказывают поддержку приезжим из этих территорий, находят жилье, места работы и обучение. Сегодня на территории Оренбургской области находится 76 семей из Донецкой и Луганской народных республик. Они приехали к родным и близким, но возвращаться обратно пока не собираются. Около 20 человек уже получили возможность трудоустроиться. Дети определены в школы и детские сады, но работа по оказанию им помощи продолжается. Люди не всегда хотят обременять родственников. Допустим, у нас есть обращение: помогите нам, пожалуйста, окажите поддержку. Мы хотим снять жилье, чтобы у родственников стесненные условия. Оренбуржцы оказывают поддержку проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Отправляют продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Посылки отправляют и для военнослужащих, которые выполняют задания в рамках специальной военной операции.
Помощь в зависимости от мест доставляется военно-транспортной авиацией или на автомобилях. Специалисты отмечают, каждый может внести свой вклад в это дело. По-прежнему нужны продукты длительного хранения – тушенка, сгущенка, крупы, мука. Там, где люди возвращаются к мирной жизни, необходимы стройматериалы. Всего на сегодня из Оренбуржья отправлено 264 тонны гуманитарного груза. К другим темам. Защита оренбургских лесов от вредоносных насекомых в этом году станет масштабнее. Лесничество региона получит федеральные средства на обработку насаждений от опасных вредителей. За последние два года на территории области работа по ликвидации очагов вредителей леса только расширяется. Обработана площадь уже свыше 50 тысяч гектаров. В 2022 году новый этап по защите зеленых легких нашего края. Оренбургская область стала одним из пяти регионов России, которому выделили средства на борьбу с лесными вредителями в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 24 миллиона 800 тысяч рублей. Выделенные из федеральной казны деньги направят, в частности, на уничтожение или подавление численности шелкопряда непарного и листовертки дубовой зеленой. Эти насекомые повреждают большинство лиственных пород деревьев. Вспышки массового размножения этих вредителей могут привести к полному оголению растений на значительных площадях, а в итоге к их отмиранию. В прошлом году на территории земель лесного фонда Оренбургской области произошло распространение опасных вредителей на площади почти 40 тысяч гектаров. На борьбу с ними выделялось более 40 миллионов рублей. В этом году специалисты провели исследование и установили, что площадь распространения вредителя сократилась до 13 тысяч гектаров. Чтобы защитить насаждения на них, проведут работы по уничтожению вредителей с применением химических и биологических препаратов. Работы запланированы на территории 13 лесничеств. Непосредственно к обработке лесного фонда приступят в середине мая-июня в зависимости от погоды и биологической особенности развития насекомых. Новых штаммов коронавируса в России не выявлено. Об этом пишет портал StopCoronavirus.RF. Во всех регионах преобладает омикрон и стелс-омикрон. Но доля заболевших в последние дни снижается. Медики это связывают с ростом коллективного иммунитета. Что же касается Оренбургской области, то у нас за сутки 101 человек получил положительные тесты на COVID-19. 35 пациентам понадобилась госпитализация. Три человека скончались от осложнений коронавируса. 162 жителя региона выздоровели за последние 24 часа. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Важные вопросы для юристов всех поколений обсуждают за круглым столом в российской прокуратуре 300 лет. Сезон клещей начался, и оренбуржцы массово жалуются на появление насекомых. Будут ли обработки? 7 медалей из 8 возможных. Юные оренбуржцы на домашнем первенстве Приволжского федерального округа по настольному теннису. Это новости дня. Мы продолжаем. Средние и крупные компании этой весной активно нанимают сотрудников. В апреле 2022 года рекрутинговая активность более чем в два раза выше, чем в пандемийный апрель 2020. Тогда, во время локдауна, крупные организации почти полностью остановили подбор сотрудников на 3 месяца. Новые данные исследований публикует портал по поиску работы. Эксперты утверждают, за последние два года российский бизнес демонстрирует гибкость. Предприятия оперативно реагируют на вводимые санкционные ограничения. В апреле крупные и средние компании продолжают набирать сотрудников. Новые вакансии появляются в первую очередь в подразделениях, которые обеспечивают бесперебойную работу организации. А вот снижение спроса связано с заморозкой проектов и стартапов. Небольшой прирост числа вакансий за неделю показала сфера снабжения – плюс 19%. Сотрудники требуются в сферах продаж продуктов питания, косметики и бытовой химии. В сельском хозяйстве продолжается сезонное увеличение спроса на рабочую силу. Прирост на персонал в гостиничном и ресторанном бизнесе носит тоже сезонный характер – только 6%. В IT-сфере рост числа вакансий составил 5% за последнюю неделю. Работодатели стали размещать больше предложений в сегментах разработки, инженеринга и технической поддержки. Только банковская сфера показала снижение спроса на 20%. Стало меньше вакансий в сегментах кредитования и кассового обслуживания. Ну а теперь информация о ситуации на валютном рынке. Она влияет на финансовую активность некоторых компаний. Актуальные данные о стоимости доллара и евро Центробанка России сейчас на вашем экране.
Архивные фолианты и современные документы. Оренбуржцам представили уникальную выставку 300-летию Российской прокуратуры. В Оренбургском филиале Московской юридической академии свои научные доклады об истории ведомства представили сами студенты. В честь 300-летия юбилея Российской прокуратуры выставка архивных документов, списки и отчеты, записи о ходе следствия, уголовные дела XIX века. Один из самых заметных экспонатов – отчет губернского прокурора за один год, где расписаны все преступления и их участники. Такие важные исторические документы переданы архиву института для изучения студентами. Мне запомнился тот способ, как вели ранее документацию, как классифицировали преступления, как их отражали в записях, переписки губернатора и прокурора Оренбургской области и в целом взаимоотношения системы власти в то время. Представители прокуратуры, преподаватели в филиале МГЮА собрались, чтобы обсудить вопросы, которые важны для юристов всех поколений, начиная от становления Российской прокуратуры до наших времен. Мы рассмотрели такой вопрос, как полномочия прокурора в арбитражном процессе. Одним из полномочий прокурора является участие по делам, рассматриваемым арбитражным судом, в частности, арбитражным судом Оренбургской области. Это мероприятие для студентов расширяет их кругозор и пополняет багаж знаний. К будущим специалистам уже сейчас присматриваются представители прокуратуры. Для работы в надзорном ведомстве нужны настоящие профессионалы. Долгожданное тепло обосновалось в регионе, а вместе с ним дали о себе знать и бессменные спутники этого времени года – клещи. Есть и первые случаи укусов. Несмотря на то, что пик активности кровососущих начинается в мае, обезопасить себя и своих питомцев самое время уже сейчас. Начиная с апреля клещи дают о себе знать. Они появляются, когда температура воздуха достигает плюс 5 градусов. Кровососущие уже активизировались в областном центре. Обычно пик активности клещей приходится на месяцы май и июнь. Но жители улицы Рокоссовского делятся, что уже замечали здесь насекомых. Отметим, что после прогулок на этом поле важно проводить самостоятельный осмотр дома. Также отметим, что если вы совершали прогулку здесь с домашним питомцем, то необходимо осматривать и их. Ведь животные также на своем теле могут принести клеща домой. У питомцев крайне необходимо предотвращать появление паразита. Для того, чтобы избежать нападения вот этих эксодовых клещей на животных, нам необходимы профилактические меры в виде обработок животных. На сегодняшний момент спектр препаратов очень широкий. Это есть пероральные препараты, таблетки, есть ошейники, есть капли, есть спреи. Обычно вот этот вот клещ, он уничтожается, то есть его не нужно отпускать, гуманистов играть не нужно, то есть обратно в среду обитания это повторное будет нападение опять на чье-то животное. Ни для кого не секрет, что клещи являются переносчиками различных инфекций, а укус такого кровососущего может привести к летальному исходу как человека, так и животного. Максимально короткие сроки обратиться в медицинскую организацию, чтобы они сами сняли клещей. Если нет такой возможности, вы где-то за городом находитесь, то снять клеща самому. В ведомстве рассказывают, в этом году с укусами клещей обратились 16 человек. Членистоногих на себе обнаружили и жители Красноярска. Всего поступало 80 обращений. С приходом весны необходимой мерой является и обработка открытых территорий. Специалисты по дезинфектологии подсказывают, сейчас самое время для профилактических работ. Рекомендации касаемо обработки от клещей, то есть акарицидную обработку проводим, я советую начинать в конце марта, в начале апреля, пока у них еще начальная стадия, когда они еще могут присутствовать только к мелким животным. И вот как раз переходящий период до того, как они успеют стать более крупными, то есть на средних животных, и перерасти, чтобы могли до человека дойти, укусить его. Начало мая можно, тоже не поздно будет. В компании по дезинфектологии поступает все больше заявок по обработке частных территорий. Зачищать от клещей общественные территории – обязанность муниципалитетов. Обработкой дворов многоквартирных домов должны заняться управляющие компании. Алена Круглова, Георгий Бурлуцкий, Игорь Бероев. Новости дня. О спорте. По пути старших коллег на домашнем первенстве Приволжского федерального округа по настольному теннису юные оренбуржцы завоевали 7 медалей из 8 возможных. В Оренбургском центре настольного тенниса играли более 200 спортсменов из сборных команд 11 территорий. Кадетский возраст, юноши и девушки до 13 лет. Сильные игроки в сборных Татарстана, Самарской области, но главные фавориты традиционные – нижегородцы и, конечно, хозяева соревнований. Они и во всероссийском рейтинге находятся на лидирующих позициях.
Без особых неожиданностей победили сильнейшие. У юношей первый номер посева оправдал нижегородец Евгений Досов, не проигравший в Оренбурге ни одного матча. Наибольшие проблемы он испытал в плей-офф с хозяевами. В упорнейшей борьбе взял верх над Хусаиновым, Гладышем и в финале Варфоломеевым. Все трое оренбуржцев с медалями. А у девушек весь пьедестал наш. В финале первая сеянная Сороченко Варвара Толмачева, уступая, вырвала победу 3-2 у оренбурженки Амины Лембетовой. Бронзовые медали достались Кизимовой и Усмановой. В обоих итоговых протоколах победители и призеры, как специально, расположились в соответствии с рейтингом. Параллельно состоялись и другие окружные турниры. Все лучшие в середине мая соберутся в башкирском Салавате на первенство России. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте ortv.ru. Присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Теперь и вы, соавторы наших новостей, если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте фото, видео и сообщение в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране. 8-987-852-6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Звонок бесплатный. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.